последний день лета глава Магнитогорска Сергей Бердников проверил, как идут работы по реконструкции набережной в парке Вечного огня и в экологическом парке. Отчитывался о проведенной работе директора муниципального автономного учреждения парки Магнитки Александр Россел. В экологическом парке он показал главе города две большие автомобильные стоянки на 500 парковочных мест. Здесь еще нет асфальтового покрытия. Обратил внимание Сергей Николаевич и на возводимую рядом с административным корпусом сцену. А там у нас нет никаких помещений, ничего. Там есть помещения, нет никаких помещений. Потому что хранить-то надо. Те помещения нам предусмотрели. Ну, соответственно, там сегодня электричество, все. Там все заведено. Силы хватит. Все, да, это здесь. На старом месте за пунктом проката коньков закатана в асфальт площадка под новую хоккейную коробку. В сентябре на ней должны установить борта. Будет ли уже этой зимой над коробкой купол, пока вопрос открытый. Все зависит от качества, потому что зима близко, и фундаментные работы должны выдержать где-то месяц-полтора. Если мы успеем торговаться, то в этом году сделаем. Для этого все, в принципе, есть. До 15 сентября в экологическом парке появятся два поля для мини-футбола и баскетбольная площадка с искусственным покрытием. Также здесь проведут освещение на прогулочных дорожках, установят уличные тренажеры и скамейки по просьбе горожан. Экологический парк, конечно, сегодня тоже уже он в зиму пойдет обновленным. Вот, и следующий год мы уже будем пользоваться всеми прелестями вот, той реконструкции, которую сделаем за этот год. Не стыдно теперь будет показывать гостям города и изнаночную сторону монумента «Тыл фронту». Спуск к набережной приобрел положенный ему по статусу этого места вид. Остался доволен увиденным и глава города. Хочется порадоваться за всех нас, что у нас появляются вот такие два новых объекта серьезных. Сегодня мы поглядели вот набережная. Очень приятные впечатления, действительно здорово получается. Вот, и сегодня я вижу, что парк востребован, людей очень много. Вот сегодня день уже, а людей уже много ходит, хоть и рабочий день. Вот, я думаю, вечером, конечно, здесь народу будет больше. Мы теперь получили прекрасную площадку для проведения всевозможных форумов. Сергей Николаевич выразил уверенность в том, что работы по улучшению парковых зон в Магнитогорске продолжатся и в следующем году, и далее. Мне не хочется сегодня останавливаться и сказать, что мы достигли вот того финиша, потому что много-много еще неохваченного, и я думаю, потенциал у этих территорий огромный. И я думаю, жители это все видят и оценят. Андрей Рыжков, Александр Макаров, телекомпания ТВ-Ин.